Студия красоты La Bioesthétique работает на косметике, доставленной из столицы моды. Французские материалы и профессиональные мастера привлекли в этот салон своих постоянных клиентов. Но ждут здесь и остальных ценителей прекрасного. На базе студии решили открыть эконом-эстетик, салон эконом-класса. Впервые в Сочи парикмахерская подобного уровня предлагает настолько доступные цены. К примеру, мужская и даже женская стрижка здесь стоит 190 рублей. Окрашивание волос также обойдется в 190 рублей. По этой же приятной цене можно сделать маникюр. Педикюр от 490 рублей. Услуги косметолога, услуги мастеров-парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра порадуют вас, а качество сделает вас нашими постоянными клиентами. Добро пожаловать в наш эконом-эстетик по адресу Морской переулок, 12. Уходу за волосами здесь уделяют особое внимание. В эконом-эстетик мастера используют известные и давно одобренные профессионалами марки Estée Lauréal Matrix. Здесь помогут восстановить волосы на молекулярном уровне с помощью аппарата «Молекула». Изначально пришла сюда в качестве клиента. Мне понравилось обслуживание, понравился коллектив. И впоследствии я пришла уже сюда работать начинающим мастером. Приглашаем также к сотрудничеству начинающих мастеров в наш эконом-эстетик. Предлагают салоны такие услуги, как биоэпиляция, шугаринг, пилинг, разного рода маски и чистки лица. Есть в салоне и фитобочка. Ну а главный предмет внимания в преддверии летнего сезона – это солярий. Под приятную музыку здесь можно добиться желаемого оттенка кожи. Мастера La Bioesthétique и эконом-эстетик – профессионалы своего дела. Клиенты салона здесь не только пользуются всеми возможными услугами, но и прекрасно проводят время в приятной и дружеской обстановке. Мне нравится здесь все. Мне нравится, как обслуживают мастера-парикмахеры. Мне очень нравится, как делают маникюр и педикюр. Я люблю ходить в солярий, несмотря на то, что мы живем в Сочи. Не пожалеете, приходите. А когда открыли эконом-эстетик, и цены просто удивили всех. Эконом-эстетик приглашает всех сочинцев и гостей города воспользоваться услугами салона и приятно удивиться ценам. Работает студия красоты ежедневно с 10 до 8 вечера по адресу переулок Морской, 12. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.